«Тотальный диктант» напишут в Сергиевом Посаде в субботу, 8 апреля, в библиотеке имени Горловского. Начало акции в 14:00. Автором «Тотального диктанта» 2017 стал Леонид Юзефович. Сам текст называется «Город и река» и состоит из небольших эссе о трех городах, связанных с жизнью автора – Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербурге. Чтобы написать диктант, регистрироваться не надо. Достаточно прийти в назначенное время на площадку, не забыв взять с собой ручку. Организаторы акции просят приходить желающих проверить свои знания русского языка к 13:30, чтобы не спеша занять место и подготовиться к написанию диктанта. Для тех, кто не сможет прийти на площадку в библиотеку Горловского, существует возможность написать диктант в режиме онлайн. Для этого надо зайти на официальный сайт акции и зарегистрироваться.